В РКБ новый эндовидеохирургический комплекс. Его используют во время операций. Врачи несколько лет ждали такой комплекс. Теперь на операции меньше времени, а пациенты будут быстрее восстанавливаться. Республиканская клиническая больница, отделение хирургии. К операции готовят пациентку. Девушки удалят камни из желчного пузыря. Подключают эндовидеохирургический комплекс. Оборудование в отделении новое. Оборудование необходимо для выполнения малоинвазивных вмешательств, то есть лапароскопических операций в полном объеме, как это необходимо. И кроме того, есть дополнительный электрохирургический аппарат, который мы планируем использовать как при лапароскопических операциях, так и при открытых, для того, чтобы улучшить работу, облегчить работу, ускорить ее, сделать более качественной. Холецистит, грыжи, кисты почек, печени, селезенки оперируют каждый день. Теперь помогает новый эндовидеохирургический комплекс. Врачи его ждали несколько лет. Сегодня одна из первых операций с использованием стойки. У нас будет гораздо более лучшая визуализация всего того, что мы делаем. У нас будет лучше возможности в плане гемостаза, в плане разъединения ткани, именно в первую очередь лапароскопические. Это, естественно, будет всегда и делать операцию быстрее, делать более качественно, меньше будет выделений по дренажам после операционном периоде. После таких операций пациенты восстанавливаются быстрее. Если раньше в больнице оставались почти 2 недели, то сейчас выпишут уже через несколько дней.